Привет, Сережа. Я так понял, ты уже куда-то смотался и вернулся уже за это время. Ну, ты прямо как торпеда моторный такой. За 100 километров Да ты туда-обратно. что? Да. Ну, мы провели с вами небольшое, так сказать, Да. время и максимально быстро в Да. ресурсах погрузился, что позволило выполнять все текущие задачи. Понятно, послушай. Я хочу, чтобы ты сейчас еще чуть-чуть повторил из тех выбранных для тебя приемов, которые тебе больше подошли, буквально 2-3 минуты. А потом попробовал идиомоторные приемы, левитационные. И посмотрел, да, как получается. Давай. Да, ну сначала делаем что? Нашу разгрузку. Да, что тебе подошло тогда больше, то и сделай, да. Сейчас шалтай-болтай наш из 5 минут. Давай. Хлёст, да, хорошо. Шалтай-болтай, хлёст. Так, что тебе еще тогда подошло, когда мы подбирали тебе? Подошло, ну, А, да, косить траву, да? да, косить траву. Ну, тебе это подошло, да, другому другое подойдет, каждому свое подойдет. Да, и мы так примеряем, подбираем, кому что подходит. Так, сняли зажимы нервно-мышечные. А сейчас попробую, сделай левитационные, идеорефлекторные, идеомоторные эти приемы. Да, во, молодец, потрясся. Вот и уже, да, раскрепостился. Так. Ты механически поднимаешь? Да, я только подумал, и руки сами пошли вверх. Сами пошли, то есть идеомоторно. У меня однополюсная, ну, один полюс в руках. Ты представил, как магниты, да? Они отталкиваются друг от друга. Понятно, однополярные магниты. Хорошо, пошло. Рассказывайте ощущения, потому что тот человек, который не знает, о чем мы говорим, подумает, что это чисто механические движения. Нет, я руки вообще, они легкие, такие сами висят. Я их даже вот не чувствую массы в руках. Они сами держатся на таком уровне. Вот. И пытаюсь сейчас вот снова их, допустим, сводить. Я только делаю силой мысли. Вот опять их пытаюсь свести, но Да. ощущение, что мне сложно сводить из-за того, что они снова расходятся. Как будто вот плюс-плюс они отталкиваются. Только Ну, мысли отталкиваются. правильно. И они сразу уже, вот они уже сразу Да, там. отлично. А вот скажи, пожалуйста, когда ты мне позвонил вот позавчера и сказал, что старые приемы, которые мы давно с тобой обучали делать, ты пытаешься на этом высоком стрессе делать, и они не получаются. А сейчас получаются эти вот идеомоторные? Ну, допустим, Раскрепощение. чтобы мне выйти на состояние левитации, Да. это тот стресс-тест, который вы вот Да. учили и Ключевой стресс-тест, да, да. проговаривали Да. на консультации. Я по 40 минут, по часу делал шалтай-болтай, вот эти разгрузки. Но Да. при высоком стрессе было очень сложно выйти на вот это состояние левитации. Да, а теперь почему так быстро получилось? Потому Потому что что вы подумали. сделали там технику, которую вы дали с утра мне, это волна. Да, волна и подбор приемов. Да, и подбор приема конкретно. Вот то, что я, ну, шалтай-болтай, это вся эта разгрузка, допустим, снятие. И потом, когда, допустим, я подобрал под себя именно это упражнение, которое оно прям реально, ну, попал в осознанность, да, свою, которое именно дало вот это вот состояние, синхронизацию. Вот. И вот когда еще сидишь на месте, вот, да, вот это вот качание, вот это вот, Да, волну когда делаешь, да. эту синхронизацию, так сказать, и оно как раз дает это раскрепощение. Вот, сейчас я рекомендую, потому что Там. это реально. Хотя сам знал, что-то
Слово на связь, Хасанович, спасибо вам, что, так сказать, вот уделили то время, чтобы меня немножко подправить. Да, ну, теперь свободнее получается, да? Свободнее, да? Да, конечно. Все тело, оно уже более, вот эти зажимы, которые были, спазмы, вот эти все, как-то стало оно намного лучше. Вот сразу думаешь о руках, они раз-раз-раз, сразу пошли. Сразу пошли, вот сводишь, и оно сразу вот уже вот пошло. Вот оно уже пошло. И уже вот это состояние левитации, уже такое состояние легкости, полета. Состояние легкости кайфовое. Отлично. Вот я тебе даю домашнее задание. Ты еще вечером так сам уже поделай. Ну, отдохни, конечно, немножко, потому что если ты уже после первой встречи сегодня уже 100 километров проездил и был там где-то на совещании, вернулся. Ну, обратно, 200. Да, 100 туда и 100 обратно, да? Ну, молодец. А сейчас вот поделаешь вечером еще эти упражнения. Отдохни, выспись. И завтра ты уже будешь совсем как огурчик. И вот мне очень важно, чтобы мы завтра с тобой опять встретились и посмотрели результаты этих двух встреч. Вот теперь. Посмотрим завтра результаты. Благодарю. Давай. Давай. И тебе спасибо, Сережа. До встречи. Я рад был тебя увидеть. Давай. До встречи.